Мы студенты Института философии Дарьевского университета приехали в детский дом с волонтерским отрядом для того, чтобы подарить детям немножечко счастья, немножечко тепла. Занимаемся мы этим далеко не первый раз, и мы считаем, что в преддверии такого замечательного праздника, как Новый год, немножечко тепла, немножечко счастья не помешает. Хотим сказать огромное спасибо волонтерам университета имени Даля за то, что они поздравили наших ребят детского дома Луганского с новогодним детским праздником. Были прекрасные артисты, зайчики, Баба-Яга, Дедушка Мороз, Снегурочка. Они танцевали с ними, пели с ними песенки, играли веселые игры. Огромное спасибо. Приходите к нам, пожалуйста, еще.